Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Здравствуйте, решим задание 354. Через начало отсчета О перпендикулярно координатной прямой X проведена прямая L. На координатной прямой взят числовой промежуток. Нужно найти числовой промежуток, симметричный данному относительно оси L. И пункт А. У нас числовой промежуток от 2 до плюс бесконечности. Давайте перечертим рисунок 66. Ось x, 0 начало и L. Отмечаем точку 2. Пусть единичный отрезок – это одна клеточка, тогда точка 2 у нас здесь. Так как у нас здесь круглая скобка – это открытый луч, значит, точка 2 будет не закрашенная. И от 2 до плюс бесконечности, значит, нам нужны все числа, которые больше, чем 2. Давайте заштрихуем эту область. И теперь нам нужно построить симметричный промежуток. Для этого достаточно построить симметричную точку относительно прямой L. Точки 2, это будет точка минус 2, то есть берем точку на таком же расстоянии, что и двойка. И так как мы здесь штриховали в правую сторону, чтобы получилось симметрично, мы уже должны заштриховать в левую сторону. То есть симметричный промежуток – это от минус бесконечности до минус 2. Пункт Б. Промежуток от минус бесконечности до минус 3 включительно. То есть у нас здесь просто луч, не открытый луч. Минус 3 также является точкой, принадлежащей числовому промежутку. Давайте изобразим этот числовой промежуток и также симметричный промежуток. Отмечаем точку минус 3. Она у нас будет закрашенная. От минус бесконечности до минус 3, минус 3, значит, нам нужны числа, которые меньше, чем минус 3. Строим точку симметричную относительно прямой L точки минус 3 на таком же расстоянии, точку отмечаем и тоже закрашиваем. Ну и, соответственно, штрихуем уже в правую сторону. Получаем промежуток от 3 до плюс бесконечности, этот промежуток. Симметричный промежутку от минус бесконечности до минус 3. Пункт В. От минус 3 до плюс бесконечности. Давайте тоже изобразим сначала этот промежуток. Минус 3 отмечаем, и эта точка у нас закрашенная. До плюс бесконечности, значит, мы штрихуем все, что правее числа минус 3. Отмечаем точку, симметричную точки минус 3. Это число, точка просто 3. И уже штрихуем то, что слева находится точки 3. Раз мы строим симметрично, значит, уже все в другую сторону будет. То есть вот эту вот часть мы штрихуем. Получили промежуток от минус бесконечности до 3. И он у нас симметричен данному. И последний пункт, пункт Г. От минус бесконечности до 2. Ось x, прямая L, 0, отмечаем 2, причем она у нас будет не закрашена, здесь круглая скобка, и от минус бесконечности до 2, значит, нам нужна была часть, которая левее числа минус 2. Теперь строим точку, которая будет симметрична числу 2, это число минус 2, она будет на таком же расстоянии от L, и также мы ее не закрашиваем и штрихуем область, которая правее, чем число минус 2. И получили промежуток от минус 2, тоже круглая скобка, до плюс бесконечности. Этот промежуток будет симметричен данному промежутку от минус бесконечности до 2.
И выполнили задание 354, но если вам понравилось видео, смотрите остальные решения. На нашем сайте есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.